Мне очень нравится выбранная тренером схема. Да, действительно, поддержу. В ней есть идеальный баланс между обороной и атакой. Нам показывают состав команды гостей. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. Футбол сегодня с вами смотрят Георгий Черданцев и Константин Генич. Турецкий футбол сегодня в прямом эфире. Встреча в рамках Суперлиги «Спорт Тоту» нас ждет. Захватывающая игра нас ждет, и это здорово! Очень хорошую игру предстоит нам увидеть, Георгий. Команды действительно играют сегодня очень интересно. Хозяева поля сегодня с первых минут играют в следующем составе. 1934 год в истории Фенербахче и всего турецкого футбола стоит особняком. Тогда все изменилось и никогда не станет прежним. А все потому, что 23 февраля 1934 года началось противостояние Фенербахче и Галатасарая. Почему и как это случилось, история умалчивает, но тот матч был остановлен из-за беспорядков. И две стамбульские команды поняли. Это судьба, и это навсегда. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Отличный пас он отдал. Хороший момент у него был, но он его не использовал. Удар от ворот. Перехват, они снова с мячом. Эта игра рукой будет штрафной. Вперед он мяч тащит. И, к сожалению, мяч потерян. От души по мячу он приложился. Футбол зовет. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. Футбол сегодня с вами смотрят Георгий Черданцев и Константин Генич. Турецкий футбол сегодня в прямом эфире. Встреча в рамках Суперлиги «Спорт Тоту» нас ждет. Захватывающая игра нас ждет, и это здорово! Очень хорошую игру предстоит нам увидеть, Георгий. Команды действительно играют сегодня очень интересно.
Хозяева поля сегодня с первых минут играют в следующем составе. Мне очень нравится выбранная тренером схема. Да, действительно, поддержу. В ней есть идеальный баланс между обороной и атакой. Нам показывают состав команды гостей. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. год в истории Фенербахче и всего турецкого футбола стоит особняком. Тогда все изменилось и никогда не станет.